Хочешь заработать денег? Ну так иди работай! Так, что ж, вы должны запомнить, кто виноват в том, что я сегодня не ел. Пошлите покажу. Так и посмотрите на это, а? Так и посмотрите на это. Я сохраню это фото. Вставай, вставай, пошли, все. На этот раз ты не отвертишься, на этот раз мы пойдем с тобой ловить курей. И ты не скажешь, что ты устала. Пошли быстро. Слушай, что я должен сделать для того, чтобы ты проснулась? Я залез под кровать. Эмма, как же здесь грязно. Ты в курсе, что ты уже пожелтела? Просыпайся, чёрт. Давай, вставай. Пора, прошу тебя, я хочу есть. Я тебя задушу утёнком. Куда идешь? Так, сюда иди. Для начала нам нужно переодеться. Давай выберем что-то... что? Опа! Смотри, что нашел. Неплохо. Куда пошла? А ну стой! Ты куда пошла? Ну ладно. Блин, так... Да, закрой... Да, две личности во мне борются, чтобы закрыть и открыть эту дверь. Ты можешь решиться? Ты мыться хочешь? У нас точно есть вода для того... Ладно, вопроса больше не имею. Так, интересно, какая же из них горячая? Эники, Бенники, ели... Вареники. Столько хватит? Самое то. Налил отборного кипятка. Ну окей. Так а что, может я здесь посижу? Слушай. Слушай, я тоже хочу помыться. Чё ты меня выгоняешь? Ну-ка. А так? На, возьми хотя бы кусок мыла. Помойся, говорю тебе. А, ладно, сама разберешься. О, это новый вид спорта. Так, и гол! Опа. Не обращай внимания. Ты в курсе, что я уже здесь? Ты зачем меня выгоняла тогда? Слушай, я не понимаю, почему это мыло на тебя так влияет, но слушай. Давай лучше будем, больше не будем им пользоваться. Я знаю ему прекрасное место. Куда пропала-то? Ты куда пропала? В смысле? Валяйся там, а? На таком-то срать теперь страшно. Пропадешь еще куда-нибудь. А, так вот оно как! Откуда... Я тебя выкинул вообще-то! Какой кошмар! Как мне теперь избавиться от этого? О, а что я теперь должен сделать? Парни, подскажите! Слушайте, я не знаю, что делать. Она с мыльной башкой уже минут 10 сидит. Что я должен сделать? Как мне убрать с тебя это? Офигеть! А что так резко светло стало? А, так тут есть такая же штука, так вот он, у нас есть полотенце. Иди сюда, говорю, сюда иди, говорю. Слушай, я не знаю, что я должен сделать. Ты так будешь бесконечно сидеть здесь. На, забери это полотенце, пускай. Что? Какого? В смысле? Вешалка, ты в курсе, что ты больше нахрен не нужна? Короче, я сдаюсь, я надеюсь, она там сама разберется, что ей дальше делать. Я пошел. Ты там все? Надо поменять эту дверь. Слушай, я уже сколько пытаюсь это мыло найти, я не знаю, где оно. Куда я дел мыло? Подожди. Куда я его дел? Что я должен сделать? Я еще никогда не видел, что на людей так влияло мыло. Блин, оно мне было нужно. Слушайте, меня удивляет это полотенце. Опа! Надежно! Ну-ка, подожди. Опа! Как хорошо! Ты чё? Ну-ка! Слушайте, мне можно уже сдаваться? Что я должен сделать-то, а? Давай, знаешь, что сделаем? Единственное, что я могу сделать, это принести тебе утенка. Это все, что я могу сделать. На, забирай. Возьми утенка. Ладно, пускай полежит здесь. Он утонул. Подожди. Дверь, давай договоримся на этот раз, пожалуйста. Дверь, пожалуйста, давай этот, без Донбасса. Ну не убивай меня. Дверь, слушай, мы же хорошо ладили с тобой, а? Успокойся, пожалуйста, давай аккуратно. На этот раз просто закроем ее и все. Как хорошо. Что это такое? Почему мой дом левитирует,
Когда это произошло? А когда мы успели взлететь на воздух? А, это сделано для того, чтобы я не подглядывал. Все понятно. Что это? Что это такое? Это у меня под кроватью все время было. Не понял, что это такое тут было? А? Ковер. Ковер, рассказывай мне, что это такое под тобой? Какой он мягкий, пушистый. О, да. Слушай, ты прости, я походу поломал тебя. Я просто не знаю, что мне нужно делать дальше. Вся вода стала мыльная. Что я должен сделать-то, а? О, я перезашел, все наконец-то вернулось на свои места. Наконец-то! Я уже думал, ты так и проведешь всю свою жизнь в этой ванной. Ладно, все, пошли, пошли отсюда. Забей. Что? Ногами ходят. Пойдем. Выйди оттуда. Ну, пожалуйста. Что я должен сделать, а? Ну что я должен сделать? Руку дай. Дай сюда руку. Пошли. Пошли отсюда. Пошли, вылезти из этой ванны. Ну пошли. Парни, чтобы вы сейчас понимали, моя рука вот в той ванной. Отдай мою руку. Будь добра так. Ну-ка, дай вторую руку. О! Нет, дай вторую руку. Ну-ка, пойдем, 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 мы сможем. Я вырву тебя оттуда. Походу, тебе тоже не нравится, да? У меня есть проверенное средство, которое тебе 100% поможет. Я найду его. Где это было? Так, окно здесь? Где она? Где она, я спрашиваю? Блин, слушайте, я потерял вишенку. Теперь мы ничего не сможем сделать. Так, нужно найти новую вишенку. Так, 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 так. Есть, есть, пошли! Я спасу тебя! Я знаю, что мне нужно делать! Отстань от меня, убери свои руки! Подожди, смотри, смотри. Опа! Да! Я спас тебя! На, держи. Ходи, нет, отдай сюда. Если что, я тебя потом спасу ей. Пускай она лежит где-то здесь. Больше эту дверь не открывать. Запечатайте ее. Друзья, с вами как всегда Алекс, и огромное вам спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. И если вы досмотрели его до самого конца, то оно 100% вам понравилось. И подкиньте лайкос, ну пожалуйста. Ну что ж, а на этом нам пора заканчивать. И чтобы не пропустить следующее видео, а также смотреть другие видео не только по этой игре, обязательно подпишитесь на мой канал. И конечно же пишите комментарии, пишите все что угодно, задавайте вопросы или помогайте мне хоть чем-нибудь, и я отвечаю на все ваши комментарии. Ну что ж, я надеюсь, что следующее видео выйдет совсем скоро. Хотя в принципе на это надеяться стоит только вам, потому что я не знаю, если мне не будет лень, то когда-нибудь да оно выйдет. Ну что ж, а мне пора прощаться. С вами, как всегда, был Алекс. Всем удачи, всем пока.